Проснись, не флуди, рейд идет. Закрой рот, быдло. Опять фонарь выебывается. Эрзо. Где Эрзо? А где Эрзо-то нахуй? В седьмой группе, я в шоке. Да ну нахуй, а кто мне МК даст? Да ну нахуй. Ой, сейчас без МК. Кому МК? Мне. Не. Ты тихо там, Милик. На кунке. Метис с шеемом. Сын Метиса. Что так кутку? А где сосед нахуй? Внук Метиса, ебать. Так. О, у нас 4 паладина, я протобаф лучше раздам. А не, ну, даже 5. Вообще 5, да. Да. Можешь нихуя не раздавать. Не-не-не, протобаф надо. Да ДЦ есть по себе, ибо не да забудь. Не, я так не могу. Пусть мой баф тоже будет. Как же рейд без меня? Не знаю, это просто невозможно без тебя. Я сейчас расплачусь. Так, это все второй рейд, короче, пойдет. Что-то акумы нету, да? А, вон он, акума. Нету никакой замены, нахуй, забудьте, типа, нахуй. У него, у хилов просто началось вот это вот, не знаю, летний сезон, нахуй, типа. Я не хочу играть, там еще что-то, нахуй. Условия, блядь, ставят, нахуй, типа, я пойду тем, нахуй, я пойду этим, заебало, нахуй. Хуй с ним, я найду кого-нибудь другого, нахуй. Это не тебе, Адель, адресовано. Наверное, какого-нибудь. Эрсу? Подожди, Андрей где? Да хуй его знает. Может быть, Юрий пока в роду пойдет. Че, парни, кто МК хочет? Пускай идет. Все, отмена МК, нахуй. Валера в здании. Куда бить? Я бить трэш? Ебаните этот столик маги. Ебать, нихуя там. Все, погнали расчистить. Ебаните столик, пока тут стоите, кто там? Сейчас дам, релакс, бэби. Релакс, бэби. Тыкните, кто тут стоит? Сзади на столик тыкните, вот кто-то бежит. Сука, ну, ебаный в рот. А, спасибо. Главное, сзади комбат не зацепите, пожалуйста. Ну, Барбарос, ты тут? Я его перенесла. На ребре будешь в АФК? Мы тебя после ребра сунем, или тебе с ребра что надо? Барбарос, пофиг. Еще, подожди. Все путало, блядь, ебать кунка, ну. Соло. Опасно. А, не будет на полос, им живем. Че? А? Кто это сказал? Кунка, зачем уже ты меня позоришь? Кринж, нахуй. Кто сказал? Эрза, давай нахуй. Валера, как такое можно говорить? 500 бонусов, блять, раз и пошли нахуй. Согласен?
Понял. По факту. Ненавижу троллей. За 500 бонусов вы можете на аккаунт, на Realm распространить репу. Хуей. А тигр, она была не Андрея, а мне верить. Да ладно, похуй, я все равно пошел бы делать. Какая мне хуй разница. Ладно, ты первый становишь, да? Нет. Мне нечем. Ладно, я сейчас стандам. А, не прошел. Ебись, блядь. Два промаха, ничего страшного. Наёбка какая-то. На тебя надеяться уже нельзя. Да хоть же попытался и гневом небес. Все про мимо. Я сейчас жесткий дип дам, если что, в кассу. Deep inside? Не. Чекай. Блядь. Бебим нахуй, кто? Оу, бэйби, бэйби. Не флуди. Пожалуйста. Да, отнись, кунка, я даун. Чё? Вообще-то... Забыл всё наоборот, да? Ты вообще-то должен говорить метис с большой буквы. Фонарий. Yeah. Как же без details не удобно? Обычно он есть. Офигенно. Где он? Ой. Так, чё за хуйня, блядь? Чё вы этих слуг трона, блядь, не разворачиваете? Что они, блядь, фрейд хуярит? В смысле, они повернуты? Это кажется. Сними это... ловушки песенрицу. БЕшки там две, блядь. Блять, вы заебали, мы не на репо фарм пришли. Дресу. Блять. На замену попадают те люди, у которых есть вин подходящий. А тем, кому похуй, блять, ну, те не попадают. Следующий каст тоже закрою. И следующий тоже закрою. А не, не закрою. Не хватает. Следующий точно закрою. Baby Moon God X. Риндо, Риндо, what the fuck, Риндо? Нейру, Нейру. Вторую ловушку сняли? Да. Я лично снял. Пойдем. Нихуя, я по косарю критую эрдру, блядь. Ба. На кого квест? Я не знаю. Всем привет. Да, расшарьте квест, пожалуйста. Ребро. Я уже шарил. А, сука, я не сдал. ВЦ, блядь. Дурачок, сука. Эза, ты где? А, он написал в чате, аддона отключить. Я тут, я все, лечу. Я уже рядом. Заебал. На есть силовая рыба? Нету. Я опять забыл про нее. Я в шоке. Бать, мирае. Я парень, дайте шкаф. Лично я раздаю с ума. У кого-нибудь есть мяли? Есть. Ой, да. Можешь поставить? Поставил сзади. Спасибо. Спасибо, фонарик огромное. Не за что. Все, давайте фулл баф поехали еще. Ватьфри, ты пока в совете, потом в хила спекнешь. Сейчас не надо хилить, тут нет хилить. Спекнешься только, наверное, на
Профа. Ланю. И Синдру. Валя Синдра. Да, 4 босса. У кого СВД фласки? В банке. А, точно, я забыл. Все, давайте речь. Пробафались, поехали. Все выйдет. Торчено было бы. Там, блять, у всех есть права, нахуй, чтобы взять фласку, нахуй. Пускай сами берут. Теперь у всех. Еще раз торчено было бы. Хуяль, нахуй, тиск, чтобы повысил, нахуй. У всех есть права взять фласку. Ваши проблемы, нахуй. Вальмар. Все, поехали. 3, 2, 1. Фу. Да, массакру. Лужи разливаются, потом только скромно, да. Лужи не стоим. Ну, смысл, что ты ее раньше нажимаешь, то лучше. Ты прав, да. Накосячил. Заебало нахуй эти шипы, ёбаные. Все, во фрейм станет.
Шип же, по идее, тоже можно замелдить, я так понимаю. Минус один шип будет. Кстати говоря. Опять блина нету, а тут отказываемся. Опять спагов нету. Опять. Опять запов нет. Ну, спаги падали пару раз, а вот эти, блядь, как его. Пояс этот кожаный, блядь, профан ни разу не падал. Запы тоже вроде. Короче, можно тоже нахуй выкидывать теперь. Чё? Ты чё хапал, видел? Нахуй волонирка весь хапал. Ну так это больше, чем больше абсорба, тем лучше, не? Блин, я даже столько не абсорбил, понимаешь? Ноль. Линканите абсорб, у меня ДТЛС теперь. Там все хапал забирать, все полностью весь абсорб. Дермич заберешь, ну, у меня это кастера. На некоторых боссов в зависимости. Если на Лунателе, то мне кажется, он все же не заабсорбит там и. Блять, станки, вы первый раз или что? Кого хуя, блять, помощника не можете. Зачем застань? Зачем застанил его? Забрали бы сейчас. Уже добивала нахуй. Станин вроде эту хуйню не должен кинуть. Да. Но. Мы хотели поменяться, типа. Ну да ладно. Я агре, остальное весь трэш. Дермич, забирай еще одного помощника. Фонарь, забери остальной трэш Дермича. Я на тебя на пулю. Дермич, помощника забери. Помощника, вон звездочка. Дермич, не спи, нахуй. Забери. Только не в милизону, блядь. Отведи, блядь. Блять. Дермич, блять. Ну ты такой дермич, блять. Ну говоришь, отведи, блять. Что ж ты делаешь, блять? Ты ж смотри, блять, куда ты ведешь, блять. Да халипалов нерфить будут, в любом случае, типа. Там много тем, минимум две насчет их нерфа. Там даже этот, не Мезида этот, блядь. Пиздючий, даже он играет за халипала. Написал, что это чересчур жестко. По факту, да, типа, три халипала берешь в рейд. Четыре, ладно. И они фулл с алкашем прохиливают. Больше хилы никаких не нужны. Вот с этим Т4, который у меня сейчас есть. А, в каждой пати похапало и все, да. Нажму две кнопки и все. Ой, там курица. Угу. Дарнован, это там с левой стороны не за дот, если не за чего, Настя сагришь его и сагнешь. Mm-hmm. Только в быша его не сапай, пожалуйста. Кто с какой стороны, повторите? Я отходил. Еще не говорили. А, еще не говорили? Мне просто позвонили, надо было срочно отойти. Рыбу хавайте. Фонари с левой стороны. Нет, фонари с правой стороны, дермич с левой. Первая, третья пати. С левой стороны. Мирай, ты с правой. Гриппаешь. И второй, четвертый с правой стороны.
и Кринж Кинг с левой. Все, давайте фулбаф быстрее. Барбарос, рыба. Барбарос, рыба, быстрее. Вообще на полубах. Все, что отдают, там барбарос даешь. Лапа на тебе есть. Стамину бахните. Поехали. Трэш свичнул. Блядь. Дай массакру фонарь. А до прохильте. Пошипай беба Дарнована. Че, не шипать? Ошарните квест, пожалуйста. Он не шарит. Да бейте моба, блять. Физ урон или что там? Да, физ урон, блять. Моба убейте быстрее. У тебя полумагический, потому что... Мобы 3 секунды. По мобам сыграли. Ты не в силах противиться моей воле. Добили последнего приверженца в сезоне. Войд завис. Игра зависла. Геру дайте. Вы уже не стойте. МК сейчас будет. Дезиллюжен законтролить. Стопните, уе. Ну, блять, ну милики, ну ёб твою мать. Сука, вот вы тупые нахуй или что? Включите ебаный индикатор нахуй, откройте ебало свое нахуй, стопните УЕ нахуй, когда берется в МК нахуй. Сука, в Гере нахуй бьете так человека нахуй, поснимаю сразу косарь нахуй, от каждой УЕшки нахуй, любого, блядь. Заебали нахуй, по трэшу поехали быстрее, босса не переводить, стопнуть фулл ДПС босса. Играли, сыграли по трэшу. Там не только кастеры, блядь, там звездопад только въебал и что-то еще нахуй. Остальное милики нахуй. Буря и какая-то еще хуйня нахуй. Все, по боссу поехали. Ров, ты же дай Берму. В смысле? Все было как было. Ничего не поменялось. Угу. Не, ну.
Что-то долго бьем. Не а если они сейчас возьмут квест? Не сдавайте квест. Да, сейчас можно, по идее. Убили? Так а что, Дарнаван тоже пропал. Как ты? Нам уже засчитала квест. Да, это не так. О, пояс. Хорим и черта. Ладно, пояс холипал, который мне нужен. А, уже комбат залутал, какой-то гений. Нет, Дарнаван просто шел. Беседка плюсом. Пиздец, квест проебал нахуй. А там боешка была. Там холипшик все забрал уже. Забейте. Бой. Угу, комбат, ну, с кем-то. Сзади моба бомбить или что? Комбат. У кого-то из них есть комбат. Кто-то ж уже петом нахуй сагрил, блядь. Сима бомбить. Блядь, жалко, что-то забыл про это, не посмотрел. Ай, блядь, вот вы, сука, я не знаю, конченые, вы, блядь, когда-нибудь, нахуй, задумаетесь отойти, нахуй, от этого трэша? Моба, нахуй, пета свой ебаному убрать. Сука, неужели, нахуй, все время нужно напоминать об этом, блядь? Каждый ебаный КД, нахуй. Так, Глюсин, Рис, Фуриди, Гринш, Кинг, окей. Вершина Булмаф, Францы все взяли. Здесь остается Арислин, Ринда, Дежилюшин, Чуава. И все, хватит. Все, я запускаю, поехали. Мальмора тут? Ну, это мне похуй. Ранцы оденьте все, не забудьте. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом, Арагар. Коркрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса, все на палубу. Что
Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Арте тут делать нечего! Скоро пехота, пойдем. Сержанты, бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Все, полетели на миг. И все остальные. Он один, а никто не бьет. По колдуну поехали. Мы его убиваем, потом улетаем с корабля. Дермича, Дермич, прожмись. Улетаем. Полетели, брат. Улетайте. Что? Ну, потому что, видимо, нахуй кто-то ёбнулся и дракон еще сагрил. Мудила, блядь, какой-то. Не, нормально. Это когда корабль летел, вроде был. А это же всегда так было и есть. Ну неужели, блядь? Не прошло и полгода. Ой, ты мне прошу? Угу, именно тебе. Мне? Как приятно. Я слышал, там трит повышается у танков при Адиле. Мы с Дермичом с радостью его заберем. Оно редкий сайт у мне. Все, я запускаю сразу. Рыба стоит, если что. Мир во имя плечи и
Чё, плейбой петухов готов вызывать? Кокс. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. Кто там кукарека? Почему это значит сердце Дренора? Я бы не позволил чертокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. 5, 4, 3, 2, 1. Сколь могущественно имя короля меча. Активировал. На гранде, рядом с матерью и предками. Дай бог тебе здоровья. Спасибо. Метист, ну не говори такое.
Вы чё, а блядь, там... Ведьмака косплеите, блядь? Я думал, пропишу, у меня комбо чё-то висит. Чё, давай всю хуйню агрим. Гнев небес, гнев небес покинуть тело, нахуй. Осуждаю. Буря, а потом покинуть тело. Надо знать ротацию. А где крылья? А ротация, она как через рот идет, да? Да. Рот, ва-ха! Рота в армии там тоже. От слова рот. Забери с меня поганище, ротация. Не видишь, кого я бью? Вижу. Кого? Поганище. Какое из? А как ты их различишь? Одно из них меньше другого. Ну, которое ты бьешь? Нет. Ну, у которого 2500 сейчас хп будет. Нет. Я вообще бью другое поганище. Он таргет сменил. Не верю. Высказывание какое-то. Я метис, ты должен меня слушать. С большой или с маленькой? С большой буквы. А почему не со средней? Ну, санкции. Да, в шоке. Я кунку бью. Боб тебе не поможет. Кому? Это не ты мне Боб дал? Нет. Я даже сейчас посмотрю, кто тебе дал. Я знаю, кто его дал. Халиста, ну ты руинер. Нет. Гадай, кто из пяти поводил дал тебе? Гадай, гадай. Ринда, значит, я помню. Гадай, гадай. Это Ринда. Нет, это я. Клоун, его. Чё ты боишься, везет? Предлагаю справа почистить. Да сверху загришь. Лень. Blackfish be like. Эритал жму. Она будет ДПС. Сидя. Я хочу лежа. Что? Что лежа? Ну-ка. Напомните мне, пожалуйста, перед тухлым глиф поменять. А то я два раза подряд забываю. Ну, так сейчас поменяй. А в комбате можно, да? Ну, после вот этого долбоебика. После боевщик вообще-то. Реально. С первого этажа пока приведи, трэш. Ну, фонарь тебе не дает глюк поменять. Ну, я просто отойду подальше. Ну-ну, отходи. Сука. Только вторую не сагрить. Если значок, я ухожу. Все. Куда? Туда. Вот бы была вечная память, только на свет урон. А, это было прям супер имба. Зато я считаю правильно, балансно. Ну, тогда оно называлось бы вечный свет. Да. Неугасающий свет. Или просто лампочка. Лампочка.
Вечный источник света. Успел. Ну а если арканом бьет, то тогда лунная призма, ебать. Такое уже есть. Такое только в Sailor Moon есть. Да? Не, лунная призма, кажется, за С падает. Golden Fish, be like. Дермич, хочешь им тестить или оттестить на следующем? Больше. А, не. Такая говно трения, я не понимаю, почему ее не реворкнули. Много крита дает, прям очень много крита. Как око зубуна, только под актуал. Нихуя. Когда тебе боишки сыпят? А, ловушки, кстати, надо снять. Попа, сетрицу пошел. Е-е-е, негр. А, найс. Это тупо негр. С арбузом на голове. Негр с арбузом на голове? Е-е-е. Меланхед? Меланхед би лайк. А чё сегодня все такие тихие, какие-то вообще опущенные? Давай твердый рот ебал нахуй. Не переживай, у меня макрос на снятие бопа. Кто его дает? А какой-то клоун с ником Фонарий. Там, мне же ДБМ пишет. А, не пишет. Вы справа ловушку снимали? Угу. Обезвредили. Мапа было надо забрать. Барбарос, ну, мы по ей отказываемся. На зеленку жмем распыли. Обезвредили, объясни. Да, зеленку выпылим. Ринда отдашь. Фонарь, тут у тебя... А. Грипните, вообще. В смысле, декатом снова берем, не понял. Хавать. Шкаф тыкнул, пожалуйста. Сила гнили? Да, да, я... По-любому выпадет. Ни разу в первом рейде не падало. Грустно. Короче, на полубах. А чё, да? 4, 3, 2, 1. Блять, ладно.
Приготовьтесь, вы, да. Поражали свои. Все, просто думаешь, похуй на эти на споры. РДД, вы там, блядь, раньше набрать не можете или что? Я не могу понять. Хули вы там заблеваете там, да? Наконец. Я же говорил. Не за что. Спасибо. Это вам, я говорил. Мы колдовали. Да, да пофиг, оба, спасибо. Мы наколдовали. Unroll нахуй. Хуй тебе. У тебя поди еще там это. Сокет лежит, все. Чарка, да, все готово. Угу. А че он по трубе ползает? Ебанутый. Кровь никому не надо. Я могу. Я его застаню. На. Кровь в боссе лежит. Давай быстрее шкаф тыкни. Ты разобрал 9 канна. РБК нахуй. А чё-то взять не могу, пусть я паладин. А это что ты линкуешь? ИВС это что такое? Исцеление, секунду. Кто там, блять? Умирай нахуй, ты чё там, блядь, сделаешь нахуй? Кровь не берётся. Квест нужен, чтоб её брать, нет? А у тебя квест есть? Видимо нет, то что я про него не знаю. Ладно. Значит тебе не суждено, ебать. У меня есть квест. Всё, сумонти и поехали. Фонарь, ты забрал кровь? Нет. Хорошо, ну это я так скромненько напомню себе. Что, въебать Геру? Да, давай. А, мы тухло без Геры били? Ну, мы сколько раз уже там не даем Геру. Вот оно чё. Нет, Ринки, это, конечно, полная хуйка у меня, это пиздец прям вообще кринж.
4 стака добивать. Спасибо. Разрешаю. Да, фанат. Ага. Блять, солку построил. Может, фонарю кровь? Осколка нет? Охуенно. Осколки памяти. Ни один не упал. Один. Такое ощущение, что сейчас за рейды будет только 1-3 осколка максимум памяти. А второй еще лежит? Может, там еще кровь есть? Да, труп его еще лежит. Куда он побежал? Ринда? Настя, отдам этого ответственности, перекинет. Лок, иди и делай грязюку, хули стоишь, нахуй, ничего, блин. Остальные съебали. Блять, не нерфите, дайте, сука, хоть я выбью на следующем КД, блядь, четвертый кусок, сука, потестить. Сейчас единственная, понимаешь, польза, это, блядь, чисто персональная, блядь, иунка для кунки, все. Еее. Ну за это надо ЕП давать, наверное. Я обычно голду даю. Дал им? Ну там типа, блядь, ну, я вот не знаю, сколько они еще будут тянуть с этим реворком, нахуй. Типа, они же должны афликов сделать, там, блядь, хантов, ну, шаманов вернуть. В прежде русло, блядь. Про товаров афликов. 10 дней видишь до сезона, вот это и жди часа. Там у них другие заработы будут, на самом деле, рит. А им будет плохо, поверь. Они еще в 20-х числах мая написали уже о концепте, утвержденном концепте шаманов. И мы все еще это не видим, этот концепт уже реализованный. Я, короче, слышал это. Не, но... Редарок у них пиздатых сделали, кстати. Я ему скажу так, но... Ершамы, короче, будут хилить 100к хпс, а энхи 100к дамага давать. Да нет, они просто поменяют, блядь, цепнуху туда, и все. Ну а тоже нормально будет, согласись, хоть одну кнопку тыкать, блядь. Тут хз еще. Может, непонятно, что они будут с орехами делать, орехи будут убирать из Т4, либо нет. Если убьют орехи, будет больно. Блядь, да. шишки. Это понижение 3% урона, блядь, в цель, алло. Апнуть радиус. Шишечку. Шишечку. Писечку. Кунка, извинись. Извини. Ну, сейчас все хорошо, видишь, он типа топ-1 все время по КД. Кунка, там не забудь только мне там на Т4 на новое выкрутить, так что это голду и жду, потом в конце. Даже дело не в шейме, армсов немножко переопал. Ну хотя хуй его знает, на самом деле. Не, мне шейм очень много дает, очень. Типа я шейм 2 года носить буду. Грид дает? Да, дипбомбы. Ну все, нахуй. Шишечку дает. 5, 4, 3. Реально. О, сальву дал. Блять, парир. Сука, 2 парирования и промах. Охуенное начало, блять. А? Промах почему? Левой рукой. Не знаю. Знаешь, сколько у меня меткости, блять? Да хуя перекат, на. У тебя левая рука обвисла. Ты охуел, у меня 13-24 меткости, нахуй. На левую руку, блять, 17 надо. Да, конечно. Может сразу, блять, 20, нахуй, не? Нет, так он прав же. Откуда ты эту цифру взял, 18, больше, чем у РДД, по зеленым играть? Так и есть. Там так и есть. Там 17%, ой, 700 метров. Что-то около того. Ну, так 17, но не 18. Короче, у тебя не докап. Ну, я понял. Если у меня ОНХ, то, блядь, нахуй, 18, блядь, я промахиваюсь, блядь. Там 25. Фурика 26 вообще. В Сирусе проблем никаких нет. Вообще ни с чем. Вы, блядь, меньше пиздите нахуй на боссе, блядь, а нажимайте нормально кнопки нахуй, потом вы пиздите, заебали, блядь. Да ладно, я иунку, мне больше ничего не надо.
пельмени сейчас будут, готовьтесь. Ой, как рестер-друида не хватает. Заметно ощущение. Там будет в рестере должен быть. Обама Готикс разберется. Ты, блядь, колбы проебался сам, но на кошек. Дерево есть, нормально. Пельмени будут. Пельмени. Бентли. Шишки. Красную играть, я думаю. Мелизона беги. Красного освещенного мелики. Сейчас колба все равно будет. Переплюнул. Мирай, когда говорю свичнули, значит ты скейт нажимаешь и бежишь, блять, в этот нахуй. Красного видите. Уже аккуратно отойдите РДД в один пак по зеленым пэх. Ждем рекаст. Куда вы, блядь, полетели, нахуй? Пельмень, блядь, куда милики? Блядь. Вы ж, блядь, смотрите, куда вы бежите. Бегим. Раскачат. Пельмень сейчас будет, ну, лужа. Пельмень. Красного бейте, РДД. Больше ДПС. Колбы. По красному поехали, милики, пока что. Все, милики босс, РДД, пускай добивают. Мирай вылетел. Пельмени аккуратно. Стопнули ДПС, стопнули профа, никто не бьет. Стопнули, вообще никто профа не бьет. Стопнули ДПС. Там уберите уже... петов, блять. Сука, конченая нахуй. Сказал да же там... убрать петов, блять. Стопнули нахуй. Какого хуя вы дальше бьете, блять? Да, Кирилл, там 0.3% было. Я на 37 сказал стопнуть нахуй. 0.3%, блять. Милики, в РДД зону съебали быстрее. А я не успел плюнуть еще раз. Геру дали фулл ДПС по зелёному. Батя, где портал? Профа бейте. РДД кучу не оставили. Эти кобы. Пельмени. Барбарос, дай СС по Арислин. Уже вышел. Милик, веди, блядь, чё ты стоишь? Блядь, ну вы... Ой, сука. Кто первый танчил? Дермич? Да. Дермич у диван, да, Арислин? На мне. Что вы нахуй делаете, сука, тупорылые нахуй? Колбы. Кого резать? Не знаю, нахуй. Реслин, я так понимаю, СС не дал в Барбарос. Похую тоже, да? Ну ничего, сейчас я вам нахуй. Лужа, вышли. 400. Выводи босса туда. Забери дермич быстрее. Массакру дайте хоть. Иги, можно. Эйпаунт нажми. Блять, отведи его к двери максимально, РДД, отойдите дальше, блять. Вы сейчас выпанетесь, уроды, нахуй. Колбы. Пельмени в мелизон, охуенно, нахуй. 400к на дермиче. Забери кто-нибудь. Забери Мира или кто-нибудь. Блять, ШВ, нажми Кунка, блять, забери, нажми ШВ, ебаный в рот.
Сука, аутисты, блядь. Ладно. Есть, кто встанет? Или что, или бежим? Понятно.